Жить, учиться и работать на Урале. С таким призывом делегация Свердловской области представляет наш регион на молодежном форуме Уральского федерального округа «Утро», стартовавшем в Екатеринбурге. Накануне его участников приветствовал Евгений Куйвышев. Также глава региона встретился со студентами и обсудил с ними кадровый и научный потенциал Среднего Урала. Для нас сегодня крайне важно объяснить молодому поколению, что идти в промышленность сегодня это крайне востребовано. Тем молодым людям, у кого есть интерес к физике, к математике, к изобретательству, к конструкторскому делу или просто умение, желание делать что-то руками, безусловно, мы должны предоставить все возможности. И, как мне кажется, то, что вот такая очень серьезная для государства тема выносится на обсуждение молодежи, это самый короткий путь добиться поставленной задачи. Участники образовательной площадки «Промышленность» форума «Утро» обсудили с Евгением Куйвышевым вопросы подготовки специалистов, востребованные для экономики профессии, а также перспективы развития на Среднем Урале инфраструктуры для инноваций, исследований, научных, творческих и спортивных достижений. Как отметил глава региона, в этом году в Свердловской области стартовала уникальная программа поддержки студенчества «Кампус», предполагающая широкий спектр преференций для студентов, включая льготные образовательные кредиты, кредиты и систему лояльности в сфере услуг. Сама площадка форума, убежден губернатор, позволяет оценить потенциал студенческого городка и Екатеринбурга как будущей студенческой столицы России с самыми комфортными условиями для молодежи. Форум «Утро» продлится до 28 июня на площадке кампуса мирового уровня УРФУ. В мероприятиях принимают участие более 1000 молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет из 44 регионов России. Каждый субъект Уральского федерального округа подготовил свою часть программы по темам информационные и цифровые технологии, металлургия, промышленность, сельское хозяйство и экология, нефтедобыча и газовая промышленность. Во время форума участники пообщаются с главами регионов, звездными экспертами, посетят мастер-классы и смогут получить грантовую поддержку для своих проектов до 500 000 рублей.